горном кластере в день рождения «Белых игр» 2014 собрались именитые спортсмены и сотни волонтеров, приехавших со всех уголков страны и зарубежья, вспомнить жаркие зимние наши. Яркий волонтерский парад возглавил двукратный олимпийский чемпион игр Сочи Алексей Воевода. Всего на олимпийских и паралимпийских играх в Сочи работало 25 тысяч волонтеров. Площадь ратуши курорта «Роза Хутора» превратилась в настоящий танцпол. Любой желающий мог надеть олимпийскую форму и стать частью волонтерской команды, принять участие во флешмобах, играх и конкурсах. Этот день, он сплочает не только нас, ребят, но и всю Россию. Вот эти эмоции, вот эта энергия, это была такая радость, это был сплошной фан. Я очень счастлива, что это было со мной, что это было в моей жизни. Это просто незабываемо. У меня остались очень хорошие друзья, знакомые по всей России. Олимпийские гимны и восторженные овации словно перенесли всех присутствующих в 2014 год. В год, когда наша страна одержала победу и стала лучшей в общем командном зачете. Конечно, переживал. Даже приезжал. Считаю, что наша страна сделала великое дело. Она провела Олимпиаду, провела великолепно. Страна наша всегда была гордостью всего мира. И наша Олимпиада доказала это. Год после игр не просто стал памятной датой, когда Сочи вписал себя в мировую олимпийскую историю, но и дал старт новому всероссийскому празднику. И теперь ежегодно 7 февраля вся страна будет отмечать День зимних видов спорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.